Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Многие задают вопрос, а что делать можно с многофункциональным? Можно жарить, тушить, выпекать и даже отправлять каждый предмет в духовой шкаф. Угу. А теперь давайте посмотрим на результат. Идеальная корочка сырная, овощи все на своем месте. Давайте просто эту корочку уберем и посмотрим, как у нас приготовилось идеальное мясо. Взгляните, в этом прекрасном наборе, кстати, в каждом предмете можно не только тушить, не только жарить, не только варить, но и запекать и получать самый идеальный результат. Вы посмотрите. Вот оно, кусочек такой. Где ж ты был с 31 на 1 со своей сковородой, когда вся страна готовила и мясо в том числе. Хотела, чтобы оно получилось сочное, но не у всех получилось, правда? Хотите, чтобы мясо всегда получалось сочнее, вкуснее, чтобы все делали вам комплименты, говорили, какая ты идеальная хозяйка? Давайте прямо сейчас познакомимся с набором, который превратит вас в идеальную хозяйку. Итак, друзья мои, здесь в сотейнике не только можно, например, отправлять в духовой шкаф, но можно готовить на всех видах плит, включая индукцию. Жарить, тушить и готовить, естественно, в духовом плите. Здесь можно тушить картошку прекрасно. Здесь получаются идеальные перцы, голубцы, рыба тушен и так далее. И, естественно, суп. Все у нас для вас специально. В прошлом году вот этот комплект пользовался настолько популярностью, что был продан в количестве 5617 комплектов. Друзья, это хит продаж. Сегодня для вас по самой выгодной цене. Итак, друзья, в комплекте вы получаете 12 предметов. Смотрите, целая сковорода, сотейник 3 в одном, форма для выпечки с крышкой 24 сантиметра в диаметре. А кастрюля 3,6 объема. Вот она, перед вами. Самая ходовая для нас, хозяюшек. Еще есть кастрюлька 2,7 литра с крышкой красного цвета. Ручки у нас разного цвета есть. 6,1 литра. Вот, посмотрите, огромная кастрюля. Компот, щи, борщи на огромную семью подойдет. Две кастрюли. 1,9 литра, 1,9 литра ковш и кастрюлька. Мы рассказали нашим телезрителям, что это многофункциональный набор посуды. Теперь поговорим о многослойном термоаккумулирующем капсульным дном с ферромагнитными свойствами. Друзья мои, когда вы готовите обыкновенное блюдо, то оно у вас получается раскиселенное. В чем преимущество многослойного термоаккумулирующего капсульного дна? Это профессиональная функция, которая использовалась для лучших шеф-поваров мира. Здесь у вас цельный получается блюда, но при этом они абсолютно готовы. То есть у нас получается, что дно распределяет тепло и распределяет ее по всех, со всех сторон, что дает нам идеальный результат. Друзья мои, вы хотите узнать, как это выглядит? Конечно. Внимание на экран. Так. Мы сейчас просто показываем нашим телезрителям, как равномерно распределяется в нашей посуде и в вашей посуде. К примеру, вы поместили сюда всевозможное блюдо. Как происходит? У вас сначала только с одной стороны горит, допустим, а с другой стороны у вас, получается, не прогревается. В нашей посуде обычно всегда разогревается со всех сторон. А значит, блюдо у вас получается непревзойденное качество. Вы хотите узнать, что такое многослойное термоаккумулирующее капсульное дно? Вот как оно выглядит. Внимание на экран. Толщина его целый сантиметр, в отличие от обычной посуды. Это качество, которое прослужит вам очень долго. Здесь несколько слоев последовательно идут друг за другом. Но вы мне зададите вопрос, и будет это законно. А что это мне дает и как это проверить? Мы поместили обычную посуду и посуду, которая у нас многослойным термоаккумулирующим капсульным дном. Смотрите, что происходит. Когда вы кладете, допустим, фрикадельки, ну, фрикадельки здесь некоторые получились, но смотрите, что происходит, друзья мои. Я хочу, чтобы вы посмотрели, что у меня здесь пригорело. Помните такую ситуацию? Друзья мои, я сейчас кладу эту кастрюлю сюда и перехожу на нашу. Кипит также по полной программе. Но что происходит? Наши фрикадельки с томатным соусом абсолютно не пригорают. Смотрите, следите, пожалуйста. Идеально. Вот.
Идеальная чистота – это ваша посуда. Это наша посуда, потому что наша имеет многослойное термоаккумулирующее капсульное дно с ферромагнитными свойствами. Это равномерное распределение тепла. Да, то есть получается, если мы возьмем обычную кастрюлю, у нас будет пригорать именно по причине того, что нет такого толстенного дна. Правильно я тебя понимаю? Как правило, да. Олег, да. Я хочу тебя спросить про цвет кастрюль. Когда хожу по магазинам, я не наблюдаю такой яркости. Почему они так блестят? А? Ну, первое преимущество то, что наша посуда, а это целый комплект из 12 предметов плюс подарок, имеет высококачественную сталь, хромоникелевую. Это самая безопасная сталь, которая никогда не потеряет в цвете. Кроме того, еще свойства этой стали. Она удерживает, так же, как и многослойное термоаккумулирующее капсульное дно, идеальную температуру. Прошу вашего внимания, вы обратите внимание, что ковш, стандартный ковш, я поместил куда? В духовой шкаф. Так. А теперь давайте посмотрим, насколько у меня пышненько все получилось. Ой, какой пышный. Сколько-то тут яиц? Наверное, 20 яиц израсходовал, чтобы такой пышный. Нет, здесь просто я взбил яйцо. И все? Почему да. у тебя так хорошо получилось? А? Друзья мои, ну давайте посмотрим. Хромоникелевая сталь – это безопасный материал, который позволяет нам готовить даже детское питание, в отличие от другой посуды. Она никогда не потеряет в цвете даже в течение 20 лет. Следующее преимущество – она никогда не окисляется, а значит, вы можете готовить кисло-сладкие блюда. Это тоже большое преимущество. Слушайте, ну, не знаю, сейчас будем просто показывать. Мы опять собрали много посуды, которая у вас дома. Вот это не хромоникелевая сталь, хотя и визуально она похожа. Что-то здесь сыпется. Это у нас стальная. Ладно, давайте поговорим на чистоту. Я хочу вам показать, что мы подготовили вот такой вот казан, который абсолютно новый. Мы в нем даже не готовили, даже штрих-код присутствует. И наша хромоникелевая сталь из нашего набора. Вот эта прекрасная большая кастрюля. Чистая салфетка. Я в прямом эфире показываю следующее. Я просто сейчас протираю вот этот металл, друзья мои. Протер металл. И мы видим мелкодисперсный алюминий, который попадает к вам в пищу. Но я хочу показать следующее. Опять чистая салфетка, и я протираю нашу хромоникелевую сталь. Смотрите, несколько движений я хочу вам показать. Чистая салфетка, а значит, можно здесь готовить детское питание. Можно готовить щи, борщи и так далее. Это небезопасно, это абсолютно безопасно и долговечно. Ну что, прям для целой семьи, для всей семьи можно пожелать этот набор. Смотрите, вот эти кастрюльки, которые будут заботиться не только о вкусном приготовлении самых любимых блюд и о здоровье ваших близких. Давайте откроем кастрюлю. Давайте посмотрим вовнутрь. Вы посмотрите, какая она блестящая и идеальная. Вот то же самое можете сейчас проделать и со своей кастрюлей. Откройте свою кастрюлю, посмотрите, там уже накипь где-то пригорела и не отмывается, правильно? Перевернем кастрюлю другой стороной. Посмотрите, вот, это бренд Wellberg. Это качество. Для вас не одна кастрюля 4999 рублей, а целый набор